Але українська делегація, Кремль далі ігнорує всі пропозиції з цього питання. Сергій Гармаш, представник ОРДЛО на переговорах тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Ну і вітаю, принаймні, з таким, нехай не невеликим, так, але важливим рішенням з відкриття КПВВ, чого неможливо було домогтися з моменту початку карантину. І, зрештою, принаймні, на домовленостях це рішення існує. На вашу думку, чи запрацює це, коли зможуть бути відкритими, принаймні, ці два пункти з боку бойовиків? Нагадаю, з нашого боку вони відкриті були. Ну, к сожалению, я должен поправить и вас, и президента, потому что не было достигнуто договоренности об открытии. Стороны просто подтвердили гарантии безопасности, которые были одним из условий с той стороны для открытия КПВВ. Оказывается, они не знали, что мы уже 4 раза давали эти гарантии безопасности, и последний документ за подписью замминистра обороны был направлен 7 апреля. Вот вчера это недоразумение, если это можно так назвать, выяснилось. И теперь у той стороны нет формальных, скажем, поводов не открывать КПВВ со своей стороны. Но я, скажем, основываясь на своем опыте участия в этих переговорах, думаю, что они смогут еще что-то придумать, если им просто нужно будет. Ну, по крайней мере, вот этот аргумент по гарантиях безопасности, он снят на... Ну, вони раніше аргументували це, власне, епідемією, карантином. Зараз можуть аргументувати тим, що хоч карантин, епідемія так спадає, цифри йдуть на спад, але, наприклад, в Україні недостатньо людей вакциновано, і тому вони, наприклад, не наважуються там відновлювати з'єднання. Наскільки вірогідно, що це запрацює? Ну, так, за тим, як йдуть перемовини, так, за настроями, ви розумієте, вони готові відкривати, або це, ну, продовження... Смотрите, во-первых, на той території, на окупованій території ситуація з коронавірусом ухудшилась, і це їх офіційна, как бы, констатація фактів. Вони перед вот этими майскими праздниками, їх, так називаємо, міністерство публічно обращались к людям, щоб вони не йшли на масові мероприятия, которые власть почему-то проводила. Именно с формулировкой в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Поэтому говорить о том, что там что-то меньше стало коронавируса, этот аргумент не отпадает. Но как бы мы же прекрасно понимаем, что коронавирус – это был повод просто. И то, что закрыты КПВВ – это чисто политический фактор. Они пытаются его использовать для получения, опять же, субъектности, своей повышения субъектности на переговорах. И, соответственно, устранение Москвы как стороны конфликта от участия в этих переговорах, от ответственности за принятые в них решения. Поэтому, по моим ощущениям, ну, у той стороны все меньше аргументов становится действительно, во-первых. Во-вторых, возможно, действительно, ближе к встрече Байдена и Путина Россия захочет показать, что она выполняет решение Парижского саммита Нормандской четверки, а там есть как раз открытие КПВВ, это было одним из решений Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Поэтому я допускаю, что вот где-то к середине июня возможно открытие, опять же, не всех КПВВ, потому что в ДНР этот вопрос пока вообще не стоит, а вот открытие 2 новых КПВВ в Счастье и в Золотом в Луганской области, возможно, хотя бы в одном из них произойдет действительно прогрес. А чому така різниця між Донецькою областю і Луганською? Ну, ви знаєте, це дуже широкий відповідь потрібно давати, тому що це, як вони вважають, різні республіки. Більше того, у них є конкуренція між собою. Вони встановили між собою границі, пошлини друг з друга беруть, да? Отношения між лідерами неоднозначні. Поэтому Луганская область, скажем так, менее промышленна и более зависима от все-таки перетока, скажем, людей и товаров с Украины. Донецкая область или оккупированная часть Донецкой области, ОРДО, там есть 2 электростанции. Шахты. Там есть какой-то промышленный потенциал более, скажем, мощный, чем в Луганской области, где один алчевский медкомбинат, это оба студии не работают сейчас из-за невыплат зарплат. Поэтому они могут себе позволить, скажем, вот, изолироваться от Украины и изображать из себя, скажем, мощные сверхдержавы на обрывках Донецкой области.
Так, пане Сергію, і знаєте, хотілося б трішки нашу розмову в інший контекст перевести. Сьогодні друга річниця президентства Зеленського, і вся країна слідкує так за прес-конференцією та за тим, що президент Зеленський говорив. І наскрізною такою темою є якраз Донбас, вирішення війни, перемови з Путіним тощо. І, власне, буквально перед тим, як ми вас вмикали, ми говорили про прямі перемови віч на віч Путіна і Зеленського. Які ви тут перспективи бачите, оскільки президент Зеленський говорить, що перемови ведуться, що, можливо, така зустріч. У Кремлі теж підтвердили, як бачимо по новинних стрічках. Ваші які прогнози від такої зустрічі і що Україні чекати від перемов віч на віч країни-агресорки, так президента країни-агресорки та нашого президента? Ну, я вам чесно скажу, я не вірю в те, що Кремль пойде на такі переговори просто. То есть я уже, скажу, у меня нет элемента недоверия к Зеленскому, как было в 2019 году, когда он ехал в Париж, и мы все боялись, что он там о чем-то сможет договориться с Путиным, что, скажем, не отвечает нашим интересам. Вот сегодня у меня этого уже нет. Но у меня есть уверенность, что Путин не пойдет на такие переговоры, потому что в том же Париже, мы все помним, в присутствии Путина Зеленский схулиганил фактически, да, и назвал Крым украинским. И Путин даже не нашелся, что ответить. Я думаю, что российская сторона прекрасно понимает, что такая встреча после закрытой части может иметь открытую, и может быть вот прецедент, скажем так, парижского хулиганства Зеленского фактически. Опять же, для Украины нет смысла в таких переговорах, если там не будет подниматься тема Донбасса и тема Крыма. Просто нет. Потому что это основная проблема в наших межгосударственных отношениях. Поэтому даже если... деликатно, скажем, пообещают Путину, что вопрос не будет касаться Донбасса, а будет касаться обсуждения, например, выполнения решений Парижского саммита Нормандской четверки, то в Москве же тоже не дураки сидят, они прекрасно понимают, к чему это придет. Поэтому у меня вот, ну, как бы, есть убежденность, что Москва не пойдет на такие переговоры, просто на прямые переговоры с Зеленским. Поэтому я не вижу вот рисков, скажем, для нас. Ну, але навіть якби ми на словах дали гарантії, що ми не будемо піднімати тему Донбасу, ну це взагалі можливо, що український президент приїхав до Путіна і поговорив, не знаю, про газ і все, і поїхав. Ну, тобто він так чи інакше прийде і підійме це питання. І що тоді? Ну, тобто взагалі Путін пустить його до себе, маючи паперові якісь, не знаю, запевнення, що ми не будемо говорити про Донбас, знаю, що ця тема все одно може піднятися, ну, тому що неможливо без неї. Тому які гарантії можуть виконати Путіна, щоб він запросив Зеленського і був дійсно вірив, що ця тема не підніметься? Поэтому я говорю, що я не вірю в те, що Путін пойде на таку зустріч, тому що в будь-якому випадку тема Крыма или Донбасса будет подниматься. Ее невозможно обойти в наших просто двухсторонних отношениях. Поэтому я думаю, что встречи не будет, Путин не захочет ее проводить. Пане Сергію, ще хочу от з вашого коментаря про Париж, що ви вже не так ставитесь, не такі у вас очікування від Зеленського, як в 2019-му, так? І ми сьогодні просто ставимо запитання нашим глядачам про те, чи змінилось їхнє ставлення до президентського за два роки. Я от в вашій відповіді почула, що воно начебто змінилось з моменту початку його президентства. Підтвердити так чи ні, от яке ваше ставлення, як воно змінювалося за два роки? Вы знаете, не могу сказать, что оно изменилось. Более того, я вижу, что он даже опережает в некоторой степени мои ожидания в хорошем плане. Потому что я понимал, что когда человек придет из шоу-бизнеса и окунется в реальный политикум, вы же понимаете, что это такое, все равно нужно с кем-то договариваться, все равно нужно иметь какие-то взаимоотношения с теми же олигархами. В любом случае, потому что они объективный фактор, скажем, влиятельный в нашей стране. И когда он сегодня передал привет Ахметову, ну, для меня это было сигналом, что все-таки у человека есть своя позиция, и что он будет действовать в соответствии с этой позицией. Поэтому мое отношение не изменилось, но если раньше я боялся, что по неопытности, скажем так, в связи с тем, что он все-таки не был политиком, а не был погружен в тему Донбасса, он может сделать действительно некоторые, скажем, ну, легкомысленные поступки по отношению к Донбассу, да, вот, что, ну, просто перестать стрелять, да, хотя мы прекрасно понимаем, что это невозможно. Но сейчас, мне кажется, он уже более трезво, более профессионально смотрит на эти вещи, поэтому вот в этом плане
скажем, я не ожидаю от него неприятных сюрпризов. Угу. Ну, тобто стало спокійніше, так? Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що ви долучились до нашого етеру. Сергій Гармаш, представник ОРДЛО на переговорах тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Дякуємо йому.